Во время парада 24 июня зрителей на площадь Ленина и Красный проспект не пустят. Следить за соблюдением мер безопасности будет полиция. Нам пришлось делать все для того, чтобы и обезопасить наших горожан, и в то же время соблюсти все санитарные нормативы, которые на сегодняшний день существуют. Также будут разрабатываны отдельные схемы для зрителей, ну, то есть имеется в виду выгородка, чтобы зрителей не пришло в центральную часть. Этим сейчас занимается полиция. Наблюдать за парадом будут только военные. Участие в торжественном шествии в этом году примут более 2000 человек, 75 единиц техники. В том числе системы залпового огня и легендарный танк Т-34. Репетирует парад в Толмачево. Генеральный прогон пройдет 20 июня на площади Ленина с 7:30 утра до 14:30. На это время Красный проспект и вход на станцию метро перекроют. 24 числа улицы перекроют с 7 утра и до полудня. Все меры по профилактике коронавируса во время мероприятий будут соблюдены. Все 100% у нас на каждой репетиции, тренировке проходят, сдают на коронавирус анализы, обеспечиваются все масками и перчатками. Кроме того, техника, на которой прибывают участники парада, обрабатывается подразделением радиационно-химической и биологической защиты. Кроме того, аэродром до начала и по завершению также обрабатывается подразделением радиационно-химической и биологической защиты. То же самое будет и площадь Ленина обработана. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.